Чё? А, ну вот, детонатор бомбы, поезд, рука. Ага, форменная кепка. Форменная. Окей. Гардероб. А что в гардеробе? Ну, типа, окей, костюмы. Не, ну давай без шлема. Ну, без шлема он как-то поприятнее смотрится. Так, такой экзоскелет. Обычный. Обычное тело. Более улучшенный экзоскелет, да? Так, ну окей, ладно. Посмотрим. Чё? Костюмы. Доступ данных. Бля. Слышь, Хендрикс, где, говоришь, мы? В Сингапуре. Один из моих любимых городов. Не считая тех, которые я действительно люблю. У нас встреча с новым связным в карантинной зоне. Ну да. Операция ЦРУ. И их явка. Рад, что ты помнишь. Надеюсь, ты помнишь и то, как я отношусь к ЦРУшной слежке за каждым моим чихом. Не всегда следят, Хендрикс. Кому как не тебе об этом знать. Ты просто с возрастом становишься брюзгой. Сейчас мы продолжим сюжет. Мне просто интересно. Все задания, все детали задания. Так, хорошо. Да, ну это все дальше компания идет. Окей. Следующее задание. Киндер-ядро управления. Робот управления ими. Это можно? А можно его изменить? Нет. Собирается рукопашки. Я что-то не понимаю, что происходит. Подожди, нет, начать следующее задание. Ну, давай вот это выберу. Местная черная станция ЦРУ отключилась. Ее построили после сингапурской катастрофы, чтобы постоянно присматривать за местными операциями. Когда возвели ограждение и власти отказались от попыток эвакуации, почти всем здесь стала управлять местная криминальная группировка. 54 бессмертных. Расскажи, что тебе известно от ЦРУ. Их данные помогли восстановить всю историю. Взрыв на территории Единства убил 300 тысяч человек, а эвакуацию пришлось прекратить из-за суперштормов. И что здесь такого важного, что ЦРУ решило послать сюда нас? У бессмертных есть связи среди войск договора и союзников. Они пользуются ими для контрабанды. Естественно, ЦРУ распереживался. Окей. Боже! Я просто не могу описать, как это вкусно. Шоколадка. После сухого пайка, на котором мы сидели, это просто божественно. Просто поставь себе модуль, который сделает все вкусным. А такой есть? Если я это сделаю, разницы уже никогда не почувствую. Может, не будем маяться дурью? Окей, дальше мы не полетим. Ладно, за дело. Поехали. В этой дыре мы можем радоваться предписанию всеми необходимыми средствами.
Блин, калашка прикольная. Сильный шторм. Скоро ветер будет под 70 метров в секунду. Возьми, чтоб тебя ненароком не сдуло. Окей. Кейн. Ай. Мы на Земле. Идем к системе 54 бессмертных. Поняла, Хендрикс. Боюсь, я должна попросить вас слегка отклониться от курса. Бессмертные уже прорвались на черную станцию. Мы сейчас готовим в доках груз для транспортировки. Зачем бессмертным атаковать трущобы? Видимо, им что-то было нужно. Если секретные данные попадут в руки войск договора, то Союз Уинслоу может сильно пострадать. Мы ждем подтверждения атаки дронами, но я хочу, чтобы вы пошли на перехват. Лучше быть на 100% уверенными. Понял. Выдвигаемся. Ладно. Уже больше какой-то кризис. Притормози. Посмотрим. Найс. Заставочка. У бессмертных налажена торговля живым товаром. Они продают людей на какие угодно цели. Поэтому они и напали на трущобы. Что они вешают ему на шею? Ошейник не позволяет носителю сбежать. Эй, Хендрикс! Это не наше задание. Мы ничем помочь не можем. Мы можем убить сукина сына! Бежим в укрытие! За мной! Гранаты не помогут! Внимание! Слышу тебя! Ай! Ау! От взрывчатки никакого толку! Это слишком прочная броня! А, особенно водяшки. Нам такой нравится, да. Противник в здании! Третий этаж! Уничтожь их! Живо! Давай же! Выруби этого ублюдка! Да подожди. Ой, господи. Не то. Работаю над этим! Третий этаж! Да что же, живо! Вмажь по нему светлячками! А у меня нет светлячков. Нахуй, твоя граната. От взрывчатки никакого толку! Слишком мощная броня! Ау! И еще одно. Да блин. Не то, что я хотел.
останови. Я тебя убить. Подожди, как? Это не то. На тройку? Нет, на тройку это. Я уже забыл, как. Это не то. Это не то. Это применить способность. Это не то. Надежку, вот. О, господи. Ай. Ай, не надо. Это больно. Ой, мать. Нет, 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 нет. Так, а как у тебя... Убить, чел. Отлично, наконец-то. Палаги пошли, отлично, замечательно. Ай. Все чисто. Крутой сукин сын попался. И не говори. У бессмертных есть доступ к любому оружию и снаряжению на этом свете. Буря станет еще сильнее, когда мы... Че? А-а-а, да? А-а-а, прикольно. Противник в здании! Третий этаж! Уничтожь их! Живо! Давай же! Выруби этого ублюдка! Вмажь по нему! Работаю над этим! Да нет у меня светлячков, но... Пиздец. Просто жесть. Да-да-да. Противник в здании! Третий этаж! Уничтожь их! Живо! Давай же! Выруби этого ублюдка! Вмажь по нему! Работаю над этим! Не, это хрень. Ай. Блэп.
Подожди, не надо ко мне идти. Отходить от меня не надо. Не то. А, во, это на четверку. Ща-ща-ща. Лови. Помер. Все чисто. Хорош. Крутой сукин сын попался. Жесть вообще. И не говори. У бессмертных есть доступ к любому оружию и снаряжению на этом свете. Буря станет еще сильнее, когда мы поднимемся на возвышенность. Приготовься загнать трансформатор в землю и держаться, твою мать! Ветер поднимается! Запускай трансформатор! Ну же, соберись! Используй трансформатор! Трансформатор! Сейчас! Я, конечно, ни на что не намекаю, но я... я застрял. Чел. Алло. О. Готовы к удару дронами. В эфире. Дроны в воздухе. 10 секунд. Сердечко. Результат отрицательный. Шторм слишком сильный. Буря только усилится. Чак. Кейн, мы идем. Хендрикс, держать позицию. Эти волны доставят немало хлопот. Держи трансформатор под рукой. Волна идет. Используй трансформатор. Понял, Хендрикс. К чему? Зачем? Держать позицию! Блэд, еще и с этим. Ёб твою мать! А что так больно? Ну? А как же больно. Жесть. Так, ну-ка, дай-ка я встану вот сюда. Что? Чем меня сейчас убило? Волны не было, никто не стрелял. Ну а сейчас ладно, сейчас я херню. Не, бля, это пиздец какой-то. Это прям. Прикольно. Let's see.
кто-то же не достанет? Ай. Чё? Нажмите. Чё? Чего? Этот сектор скоро накроет по полной! Привет. Лови! Ну-ка. Привет. Баскетболисты, блядь, собрались. Ай. Лови еще. Ну и еще одну. Видимость ухудшается. Включай тактический режим, а не то у них будет преимущество. Так же, да, по идее. Да уйди. Все чисто. Кейн, мы добрались до груза. Что теперь? Подключись к грузу. Я использую твой ПНИ, чтобы удалить данные. Вы это можете? Твой нейронный интерфейс подключен к нашей центральной базе данных. Все передачи отслеживаются. А, ну правильно. Контейнер забежал. Да, сбеги ты в контейнер, спасибо. Файлы обработаны. Буря все сильнее. Похоже, она уже почти снесла танкер с волнолома. Ясно. Спасибо, Кейн. Я на верхнюю палубу. Ты на нижнюю. Ага. Идем? Окей. Дверь, ну. Классно, дверь открылась. Черт, разносим все! Держи! Этот корабль разнесет сотни фунтов соломенные. Лодку быстро! Вперед! Хера себе. Там впереди туннель метро. Он приведет в связной хаб Б-54. Надо остановиться! Наконец остановились. Кейн, мы на подходе к центру связи. Доложим, когда закончим зачистку.
лучше поторопитесь. До нас дошли слухи, что разведданные о слабостях наших союзников утекли к войскам договора. Это неизбежно приведет к потерям с нашей стороны. Мы должны что-то предпринять. Понял. Понял. Кислородик. По-моему, что-нибудь есть тут. Но не хочу посмотреть ничего. Так, комплект. Посмотри, это... Давай вот это попробуем. Не-не-не, все правильно. Слушай, у меня же на Z-ку ничего нету. Дай-ка я, знаешь, что сделаю? Перемещение. Сменить положение. О. Z-ку сделаю. По идее, это вот как раз плавание. Надо. Подсвечиваю цели. Собираюсь поджарить их светлячками. Давай. Сможешь? Давай. Давай. Блять, больно. Да хорош, ты что делаешь-то? Нет, подожди. Не-не-не, я оружие сменю 100%. Да возьми ты. Дробь. Время дробь. Сменить тут никак нельзя, да? А, да, вот это. Подсвечиваю цели. Собираюсь поджарить их светлячками. Давай. Давай. Ля. Нормально. Цель поражена! Замечательно. Идем на первый этаж! Враги сверху и снизу! А можно не лагать, спасибо. Оставаться в укрытии. Остаюсь.
ним, правда, вряд ли оно уже поможет. Укрытие. Лови, ёпта. Идем на третий этаж. Пошли, пошли. Подожди. Окей. Кейн, мы сворачиваем зачистку. Бессмертный, в укрытие! Назад! Хендрикс, ты ранен? Подбил гада! Что за хрень? Нормально. Кто стреляет? Девчонка какая-то. Вы в порядке? Агент Кейн. Говорил же, оставайся наверху. Вам нужна помощь. Вы тут наделали столько шума, что все солдаты Б-54 спешат узнать, в чем дело. Нужно вернуться к делу. Вывести их систему связи из строя раньше, чем они поймут, что происходит. За мной. Неплохо. После вас. Горячая штучка. Блокировано. Вся связь идет через ретранслятор. Можешь найти ее? Минутку. Есть. Мы загрузим генератор помех. Сбор на черной станции. Хорошая идея. Пошли. Уи. Так что, Кей? Что будем делать, когда доберемся до черной станции? Ломать и крушить. С вашими ПНИ вы, ребята, ходячие карты памяти. Мы загрузим данные в вас, а потом вы все сотрете. А что с эвакуацией выживших? Факты таковы. Станция замолкла, когда ее атаковала самая мощная вооруженная группировка на этой территории. Скорее всего, никто не выжил. Кейн, мы на подходе к станции связи. Подожди-ка. Хорошо, ладно. Ну, на всякий случай, знаешь, стоит проверить. Чпоник. Помрут, не помрут. Они вообще дохнут от этого скилла, нет? Они просто выводятся из строя на некоторое время. Ну, они живы, смотри. Просто выводятся на какое-то время. Окей. Будем знать, будем знать. Ой, есть. Ай. Лови еще. Ай. Да. Мы на подходе к станции связи. Она... хорошо защищена. Пускал просто охерительно. Вообще не палец, чел. Просто побежал. Вижу врагов прямо по курсу. Ой. Отказался. Да больно, прекращай.
Мне вроде давали светлячков, а где они? Я что-то их понимаю, как их использовать. У меня, видишь, только один есть. Может, где-то их настроить нужно? Дурак, что? Ой. Ой-ой-ой. Ай-ай-ай. Нет. Скай. Черт. Сзади подошел. С этого момента. Да, Блэд, подожди. Да подожди. Ну не убивай. Чертила проклятая. Да прекращай ты! Окей. А. Серьезно? То есть теперь я уже не убиваю их с рукопашки? Интересно. Да иди ты нахер, ну! Потолки. Нахер. Разберемся со станцией. Пусть эти сукины дети оглохнут. Кейн, связь вырубается, пока мы говорим. Ты где? У черной станции. Она вся кишит бессмертными. Шлю тебе новое место сбора. Выдвигаемся. Тут же все. Закончили. Подожди-ка. Какие полезные этажи. Так. Конструкция неустойчивая. Может развалиться в любой момент. Осторожно, Хендрикс! Здание рушится! Ну... Смотри под ноги! Будет обидно, если тебя угробит плохая погода! Ай. Угробит. Все разваливается. Трудно поверить, что здесь еще живут люди. Живи. А, тут можно, да, забраться? Юмористы, конечно. Блин, не знаю. Они еще здесь. Взять хватают все, что могут, пока их не настиг шторм. Что предлагаешь? Ударим их раньше, чем это сделает шторм. Чё, весь мешок топливых операций? Что? Ладно. Ну. Успел, ёпты. Чё сейчас? Может, ты там рёшь уже? Бежать по стенам, не?
не умеем, типа. Найс, блядь. Классно. Что в первый раз я упал, он не пробежал по стене. Что сейчас? Знаешь что? Дай-ка сюда дробь. Видишь дробь? Где дробь? Что тут еще есть? Ай, способности. Хаос. Ядро управления позволяет взламывать вражескую электронику и роботов управлениями. Давай. Да? Правильно же? Да. Поехали. Погорячился. Она хороша, но близких расстояния. Тут я к ним даже подойти до толку не могу. Нет. Обратно берем свой первый. Нахер. Погорячился я с дробью. Слишком много надежд на нее. Типа было бы прикольно, если была бы дробь как второе оружие и первое что-нибудь дальнобойное. Ну типа нормальное дальнобойное, а не пистолет. Прямо по курсу! Им нужно будет перезагрузить роботов! Используйте ей этот шанс! Нихера там залетело. Ты у нас тут, блядь, бегает. Ну ты все. Вот и весь ваш оружейник.
Сдыхать. Кейн, мы видим черную станцию. Окей, посмотрим, что тут творится. Что за хрень тут побывала? Что-то явно сбежало. Кейн! Возможно, взрывы роботов Б-54. Тогда двери вырвало бы внутрь. Ну да. Тут наружу. Как бы логично. Ой. Приготовься. Что-то впереди. Да, подожди. Просто кругаля сделал. Окей. Ну и что у вас впереди? Здорово. Здорово. Сейчас дверь выбьет. Ты слышишь? Слышу. Там кто-то есть. Нужно открыть эту дверь. Давай. Это не противник. Достаточно постучать. Тебя как будто омывают нежные волны лазурного океана. Пусть они успокаивают. Срань господня. Че там? Тебя. Представь, что кругом покой. Ёпта. Безопасности. Выключи это дерьмо! Представь себя в зимнем лесу. Что за херня? Без ушей. Окей. Запускаю поиск. Отказ в реинкарнации. Его применял Цзясюн. Головорез бессмертных — это такой страшный способ казни для их злейших врагов. Совершается, пока они живы. О нет. Хреново. Что? Что еще? Базы данных. Они исчезли. Хреново. Записи, отчеты, разборы полетов, все, что мы хотели скачать и стереть. Копии данных о действиях ЦРУ в мире. Если кто-нибудь их украдет, если кто-нибудь до них доберется... Это угрожает операциям ЦРУ во всем мире. А как насчет маячков? Биокупол. Основная база Б-54 бессмертных и дом для лидеров Гоминя и Госюлань. И братьев с сестрами. Давай заберем наши данные и отомстим. Вряд ли их убили бессмертные. Двери взорвали изнутри, ты знаешь, как они работают. Их не было в этой комнате. Так кто же это сделал? У кого еще мог быть доступ? Последняя операция на этой станции задействовала отряд Союза Уинслоу. Отряд Тейлора. Что? Ты думаешь, они причастны к этим убийствам? Ни хрена подобного, Кейн. Я знаю Тейлора. Он ни за что не предал бы своих. Ну, хрен знает. Тут очень сомнительно. Знаешь, вроде, может, ты знаешь ты человека, типа, целую жизнь. Но хрен его знает, что у него там в голове. Поэтому никогда нельзя быть уверенным.
Это все мы делаем окей. Десятая пнем, нет? Угу, хер, даже восьмой не обнаружил. Так, ладно. Ладно. Все, ребятки, давайте на этом мы сегодня закончим. Всем спасибо, кто сегодня приходил на стримчик. Так, кого не было, но не важно. Вот. В принципе, всем приятного просмотра, кто это будет смотреть в записи. Вот. Думаю, завтра, если все будет нормально, мы продолжим. Я не думаю, что мы эту часть закончим за два стрима, поэтому хрен его знает, ничего не буду загадывать. Все. Всем удачи, до новых встреч, увидимся. Пока-пока.